и кажется ей, что снык не вернется с той страшной далекой войны. Много лет уж прошло, а она вспоминает солдатика, сына своего, который служит там, в Афгане, и писем не пишет давно. Ей кажется, он на задании, а может, идет сейчас в бой. Стоит пред иконой старуха с опущенной вниз головой. И нам догадаться нетрудно, о чем молит Бога она, что все поскорее завершилось и кончилась эта война, что дети домой воротились, и мир наступил наконец, а писем от сына родного как не было, так их и нет. Афганистан — это взрывы и слезы, слезы от горьких потерь. А дома рыдает старуха, и настежь распахнута дверь.